Егор, а дай книжку пока распишись. Поздно вечером 25 января на улице Рязанской в Туле инспектора ДПС остановили автомобиль Hyundai Sonata. Поведение водителя показалось сотрудникам ГИБДД подозрительным и было принято решение вызвать на место следственно-оперативную группу. Досмотр авто проводился в присутствии понятых. Стражи порядка обнаружили в салоне бумажный сверток с растительной массой, инсулиновый шприц и медицинские препараты. Водитель иномарки отказался от освидетельствования на алкоголь, после чего был отстранен до управления транспортным средством и доставлен в отдел полиции вместе с тремя пассажирами, а его автомобиль отправили на спецстоянку.